И в продолжение темы. Деньги на лечение Анечки собирали в воскресенье и рыбаки. Клуб любителей рыбалки организовал первый в Московской области благотворительный рыболовный турнир. Состязание длилось 6 часов. Участники собрались не только из Коломны и близлежащих городов, но и из Москвы, Ногинска, Санкт-Петербурга. Прежде чем приступить к рыбной ловле, каждый участник сделал благотворительный взнос. Включая даже тех рыбаков, которые приехать на сам турнир не смогли. Собрать удалось 51 тысячу рублей, и еще 20 тысяч пожертвовали спонсоры турнира.